Сборная Гомельской области отправилась у Раубичи на финал республиканских спаборництва у сярод детей и подлетков по биатлоне «Снежный снайпер». У составе делегации 24 спортсмены и 6 тренеров. На урочистых проводах побывал Максим Савин. В зале посаджения у Гомельского облвыконкама собрались саправды лепшие. Каб трапить у состав сборной в области, юнаки и девчаты прошли серьезный отбор. Спочатку школа, потом районы в область. Команда подобралась моцная. И это моцная не только у подрыхтованности и спортивном азарте, а и в опыте. Для многих эта поездка на республиканский финал «Снежного снайпера» не первая. Некоторые зведали смак перемог. Я тренировалась долго, и я уже третий год еду. Я выступала на многих соревнованиях, и мне очень нравится, я хочу продолжать это. Ну, нельзя никогда недооценивать своих противников. Конечно, готовились долго и упорно. Настрой хороший. Я готов на 100%, рассчитываю полностью на свои силы. Надеюсь победить. У сборной Гомельской области спортсмены из 4 районов – Жлобинского, Рогачевского, Ельского и Лоевского. Сам финал спаборництва «Снежный снайпер» пройдет с 8 по 10 лютого. До этого юнаки и девчаты примут удел в научально-тренировочном сборе. Кроме того, для них запланована насыщенная забавляльная программа. Это замечательные соревнования, замечательный турнир. И очень красивый вид спорта. Самое главное напутствие, чтобы ребята достойно прежде всего область представили и чтобы получили наслаждение от этого праздника, который они увидят. Обовязковый пункт программы республиканского финала – встреча с зорками сусветного биатлона. У многих у этом можно быть упэўненным. После размовы с кумирами з'явится жадание связать свое житё с биатлоном. А у некоторых яно умацуется. Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».